Добрый день, с вами только женщины из Праги. Я Ганна Соус и три претендентки на президентскую посаду. Это Ольга Ковалькова, Ганна Конопатская и Наталья Кисель. Вот Ганна литерально 20 хвилин тому вернулась из Пинска, где ее проходили выборчие пикеты. Витаю вас, Ганна. Не выборчая, а по сбору подписи, потому что... Так, безумовно, безумовно. Ну, а Ольга сегодня спробовала дать ходу криминальной справе супраць Александра Лукашенко у сувязи с его такими дискриминационными заявами о дочинении до женщин. Витаю вас, Ольга. Наталья. Ну и Наталья Кисель сегодня давала интервью транспортному порталу. Я так само спробовала... Витаю вас, подарня Наталья. Добрый день. Ну, я спробовала запросить Светлану Тихановскую для удзелу гэтай дыскусіі, але ў яе камандзе мне сказалі, што пакуль муж у турме, яна не ўдзельнічае ў дыскусіях. Ну, я вам вельмі дзякую, што вот у гэтай насычаны час вы пагадзіліся взяць удзелу гэтай дыскусіі. Ну, і першае пытанне, якое я вам всім хацела б задаць, в прынцыпе, яго не трэба задаваць, бо адказ на яго відавочны, але тым не менш я вымушана это зрабіць, ну, таму што былі такія заявы Александра Лукашэнкі. Ці можа жанчына быць прэзідэнткай? А, калі ласка, Вольга. Я упомнена, что эффективно працаваць у Беларуси можа жанчына. И жанчына, в первую чергу, мае усе професійныя якасці. Мне падаецца, ведаеце, тут не пытанне мужчына ці жанчына, тут пытанне чалавечых якасцяў самого чалавека. Калі чалавек професійны, калі ён даказаў, што ён на дзеянні клапоціцца пра свой народ і робіць для таго, для гэтага ўсё, то тады, я лічу, тут і мужчына на гэту ролю падыдзе. Але вось пытанне на конт ці мужчына, ці жанчына, і можа, я упэўнена, што жанчына ў Беларусі можа, і гістарычна так склалася, што на плечах беларусак вельмі такі цяжкі груз адказнасці, сям'і, кіравання, таму тут сумнявацца ў якасцях беларускіх жанчын я б не сумнявалася ні на адзін адсотак. Ганна, ну вы б у кампанію не ішлі, напэўна, каб не верылі, што жанчына можа. Я уверена, уверена в том, что женщина может и будет президентом Беларуси. То есть вот я действительно иду в кампанию, потому что я уверена, что женщина может и будет президентом Беларуси. Может быть, предвосхищая ваш вопрос, я скажу, что вопрос, готово ли белорусское общество принять женщину-президента, ей придется это сделать. Потому что в Беларуси сегодня... К сожалению, нет иного выбора, потому что мы видим, что сделали мужчины за последние неполные там, четверть века. Посмотрите, женщины на посту главы государства, либо это президент, либо это канцлер, если это парламентская республика, или, например, как в Германии, да, уже в очень многих странах. В 1974 году первым президентом женщины стала аргентинский президент. Президентша, да, получается? Президентка, коли по-белорусски. Президентка, да, но я, вот видите, отказываю вам на русской мове. Тому, безумовно, жанчына може и будет президентом, и я подтримливаю Вольгу, якая вельми, ну, юридично грамотно повела себе и подала заяву. Конечно, мы все разумеем, что, по-перше, повинна быть заяву у Палату представников, каб яны разгледзели пытание об сняти недотыкальности. Это такая той же юридичная тонкость в отношениях до высоких чиновников Беларуси. Потому что... Давайте мы крыху позднее это закранем. А, Наталья Калиласка, ну, ты можешь женщину в Беларуси быть президентом? Ты Конституция Беларуси под женщину? Однозначно может быть. И я присоединяюсь к мнению своих собеседниц. Единственное, что было бы интересно, конечно, послушать ответы на этот вопрос у мужчин-кандидатов. А мы попробуем это обовязково зрабіць. Наталя, скажите, ці вы у своей профессийной деятельности сутыкаліся с самыми разными типами дискриминации? Коли вас вот, ну, недооценивали, коли вас меньше просовывали, коли вам меньше платили, коли до вас меньше серьезно ставились, но только потому, что вы женщина? Вы знаете, это было вообще в очень ранней молодости, еще, наверное, в 90-х разные были ситуации. Позже, когда мы с супругом организовали бизнес, мы уже больше сталкивались, наверное, с каким-то возрастным цензом. А на сегодняшний день мой бизнес традиционно в мужской сфере, в грузоперевозках, однако с первых слов, если себя показываешь как профессионала, то этого достаточно. Грамотно построенная речь, владение темой, профессионализм, и этого достаточно, чтобы исключить дискриминацию.
Ганна Канапацкая, вот у папярэдняй перадачы толькі жанчыны, Ірына Саламаціна, кіраўніца гендернага маршруту, брала ўдзел, і яна адзначыла, што вот якраз у вашай кампаніі пытанні гендернай роўнасці найбольш закранаюцца. Ну, фактычна, яна сказала, што вы не адзіная кандыдатка, ну, не кандыдатка, а яшчэ патэнцыйная кандыдатка ў гэтай кампаніі, якая гэтае пытанне агучвае. Я думаю, што вот, ну, тады яшчэ не было заявы Вольгі Кавальковай, інакш яна згадала і Вольгу. Так, Сашка, гэта вельмі добра. Ці вы сутыкаліся з гендернымі стэрэатыпамі, з гендернай дискриминации у политики, у вашему бизнесе? Вы видите, что конечно было, но, как правильно сказала Наталья, что это было как раз таки на первом этапе, когда у мужчин такой, знаете, вообще белорусское общество не то, что патриархальное, есть такое понятие андроцентризм, вот оно очень ярко выражено в белорусском обществе, и даже сейчас на период вот кампании, да и высказывания, наверное, небезызвестные нынешнего главы государства, они тоже пронизаны прям вот андроцентризмом. Но когда ты показываешь свой профессионализм, когда ты берешь на себя ответственность, то на тебя смотрят с уважением и мужчины, и женщины, и здесь уже действительно неважно, ходишь ты в юбке или носишь ты брюки, потому что, ну давайте честно, некоторые сегодня во власти, ну и что, что они в брюках, а ведут себя абсолютно не по-мужски. Поэтому, безусловно, женщинам сегодня сложнее. И мы, наверное, каждый из нас это в начале своей карьеры ощутила. Но сейчас мы профессионалы, поэтому профессионалки, и поэтому, конечно, нам намного проще устраивать и решать те или иные вопросы. И, наверное, мы даже можем сказать, что дадим фору в тех или иных вопросах многим мужчинам. Вольга, я памятаю 2007 год, вот этот страшный день 25 сакавіка, когда были моцные разгромы вулічных протестов, и тогда, ну, до их не дошли, фактично никто из мужчин-лидеров не дошли. Вы была одна женщина у центра этих протестов, и фактично керовали ими, вели людей, выводили людей, так, и показали вельми эффективно себе. Тогда, вот, ну, я тогда, принамсі, вельми зауважила вас, стала сошить за вашей политической карьерой. Ці вы сутыкаліся с дискриминацией? Ну, вот, вы сустаршыня Белорусской Христианской Демократии, все остальные там мужчины. Ну, як вам там доводится? Ну, ведаете что? Я не памятаю, как я сутыкалася с таким прямым дискриминационными у своего адреса, але то, что женщинам у политики складаний, это докладно. И тут несколько факторов, я думаю, так само это и историчное патриархальное громадство, и в огуле ставлені до женщины, як до человека, який там повинен быть и клопотиться про сям'ю, виховувати дітей. Ну, это просто уже сформованное такое мысленне. Але, конечно, все залежит от профессийных якостей, как сказали мои попередние собеседницы, что когда ты профессионал, то, конечно, тебе простей ну, супроденничать этой дискриминации. Я не памятаю таких ситуаций в своем жизни, але могу сказать, что это сапраўды складана быть женщиной в белорусской политике, але, как показывает мой опыт, и вот добро, что вы узгадали 2017 год, вельми видовочно, и как ты себе показываешь, и не завжди ты ведаешь, как ты себе поведешь в таких складанных ситуациях, бо не каждый день мы оказываемся в таких ситуациях, когда мы повинны вести людей за собой на митингах и протестах, але, на жаль, это реалии Беларуси, бо все ж мы не живем у демократы, и любая функция может потребиться тебе у политичном житті. Тому, конечно, это важно. И важно, как женщины, политики, казали про проблемы женщин. Бо без этого ну, не будет эффективности. Ну, вот теперь у нас урад в Беларуси сформованы, так? Ну, ранее... Одни мужчины. Ну, какая ваша первая реакция была? На что вы звернули увагу? Ну, и когда вы станете президенткой, какая ваша будет, Вольга? Вот, ну, установка, как бы, ну, я не кажу квота, але принамсі, ведайте, ну, что, про гендерный склад ураду. Квота має себе быть у таких державах, которые только начинают свой некий шлях, да, на этом... Ну, вот на пути демократизации. Але, конечно, все ж таки мы повинны адуковывать
женщин и показывать им своим прикладом, программами, некими лидерскими, что они могут, упевненности не хапают сегодня белорусских женщин, что они могут вот на себе взять эту функцию. Ну и, в принципе, каждый для себя так само робит выбор, разумеете, тих это в первую шаргу семья, тих это в первую шаргу политика, тих карьера. Тут нельзя сказать, что але прикладов женщин не так шмат, а нам важно бачить, что это махчима, разумеете, мы коли бачим одних мужчин-министров, одного президента мужчину на посаде уже столько годов, в принципе, мы такие, ну, а ти могу я у вогуле, ну, как бы мы не упевнены. Тому тут, мне подается, для меня было важно, коли б у меня такий приклад был, и для белорусских женщин, коли есть кто-то, кто замагается за их правы, кто показывает, что это сегодня в Беларуси махчима, и махчима, и безпечно робить важные речи, мне подается, вот это важнее за всякие квоты там, и за некие... прямые, да, там указанні, колькі дякую, дякую великі. Наталя, який ваш погляд вот на то, яким з пункту гледжання гендерної рівності має бути урад? З професійного пункту гледжання, безумовно, так само. Я думаю, что здесь вопрос однозначный. Если женщина профессионал, она обязана участвовать в гражданской, со своей гражданской позиции и так далее. Но на самом деле у нас в стране существуют и чиновницы, и во власти есть женщины, и очень хорошо, что они есть. Не значит, что на этом надо останавливаться, но, как бы еще раз повторюсь, профессионализм должен быть первой оценкой для того, чтобы человек занимал тот или иной пост. Все, все остальное, это только будет мешать развитию экономики и так далее. Ганна, вы были депутаткой в Палате представников, в якой была великая частка женщин, але, ну, ведали мы немногих женщин с тех, кто удельничали. У гэтым, калісьці у интервью свободе вы сказали, что они могли бы, а перешние депутатки могли бы стать реальными политиками, коли б яны захотели. Який ваш погляд? На жаль, он не изменился, как правильно сказала уже Наталья, да, чиновников, женщин много, женщин-политиков, к сожалению, раз-два и общался. Но отвечая на ваш предыдущий вопрос, я скажу, что основная задача главы государства, да, президента, это создать условия для того, чтобы развивались профессионалы. И действительно неважно, мужчина это или женщина. И именно профессионализм должен быть оценкой качества того или иного чиновника. И тоже немаловажно, чтобы любой чиновник, вне зависимости от гендерной принадлежности, помнил, что его нанимают люди. И отвечал прежде всего перед людьми, а не перед вышестоящим начальством, забивая на нужды и чаяния белорусского гражданина. Ведь у нас основная проблема в том, что в принципе сегодня власть не видит человека. И неважно, не видит она мужчину или не видит она женщину. Просто по отношению к тому, что безобразно себя ведет чиновник, особенно чиновник на местах, по отношению к человеку, так еще и по принципу того, что, а может быть, женщина тоже может быть другом человека. Вот это надо менять. Надо менять, разворачивать власть лицом к человеку, к гражданину. Вот это очень важно. И тогда, когда власть развернется, когда она создаст условия, если мужчина хочет сидеть с ребенком, и ему это нравится, пожалуйста. Если он хочет печь пироги, пожалуйста. Если женщина хочет управлять центральной комиссией, пожалуйста. Но она должна это делать на основании закона, соблюдая белорусскую конституцию и помня о том, что Беларусь мирная страна, которые и граждане хотят перемен и хотят позитивных изменений для себя, для, в качестве своей жизни. Ганна, ти потребен Беларуси закон от предохиления хатнего гвалту, ти, коли вы будете во владе, ти будут приняты заходы, каб гэты закон приняли, ну вы ведаете всю эту долгую историю, да, ведаю, и он мог быть так. Я ведаю, и я работала вместе и с уже упомянутым вами и Ириной Соломатиной, вы знаете, у нас, вы тоже видите, как интересно, у нас не только женщины занимаются вопросами домашнего насилия, но еще и Ирины, да, с этими вопросами. Безусловно, мы работали, и я очень, например, благодарна Ольге Ковальковой, потому что мы вместе с ней работали и над законом о противодействии домашнему насилию, и мы работали над вопросами вообще охраны женского здоровья. Вы знаете, что также в Беларуси большая проблема – это аборты, причем ранние аборты, и это ведь тоже право женщины на то, чтобы она была здорова. Или, например, как ни странно, тоже закон о отсрочках нашумевших, ведь это тоже, он тоже касается и женщин, и мужчин, правильно? Потому что если молодой человек уходит в армию и там погибает, это значит, женщина может быть
потерять как бы там любимого, ей тоже от этого будет больно. Поэтому еще раз повторюсь, что самое главное не просто говорить вот нам с вами, а предпринимать действия для того, чтобы этот закон был. И ведь противодействие домашнему насилию, оно бывает не в отношении женщин, но в отношении мужчин тоже. Конечно, у нас патриархальное общество, конечно, нас больше дискриминирует женщин, но бывают ситуации и наоборот. Ведь он направлен как раз-таки на усиление гендерного равенства в стране, потому что он в равной степени защищает любого человека, который подвергся насилию, вне зависимости от гендерной принадлежности. Вот это тоже очень важно знать и понимать. Ведь это может быть и ребенок, и взрослый, и мужчина, и женщина. И вот очень важно, чтобы в обществе, по крайней мере сейчас, уже поднималась проблема того, что цивилизованная страна, демократическая, не может себе позволить насилие ни в отношении людей, ни в отношении животных. Так, Вольга, скажите, калі ласка, закон про хатний гвалт, про предухиление хатнего гвалту мае быть? Ну, я памятаю, вельми бурные дискуссии были, и многие представники вашей партии, керовництво вашей партии были категорично супраць гэтага закону. Якая ваша позиция? Ну, я, мне падаецца, уже выказывалася нават и на свободе так само, так, что так. Я падтрымліваю сам законопроект о предухиление хатнего гвалту, бо калі з'ява ёсць, разумеете, она есть достаточно широко зараз у белорусском грамадстве, то закон повинен быть. Иншая справа, насколько сегодня те инструменты, які закон пропонує, мы доверяем, ведаете, тим инструментам. Коли, конечно, у нас было демократичное громадство, была изменена улада, и у нас был довер до улады увогуле и до милиции. Вы ведаете, там в самим законе вельми шмат функций отводится державным органам керования и улады. Тому, коли казать про то, что я лічу, што яго трэба прыняць гэты закон, але давер да міліцыі і да тых органаў, якія маюць паўнамоцтва ўмешвацца вось у сям'ю, павінен быць, бо ведаеце, што зараз адбываецца на пікетах у рэгіёнах, вось у Магілёве. Прыйшоў міліцыянт, людзі настолькі агрэсіўна ставяцца да чалавека, напэўна, я адганяла людзей ад міліцыянта, каб толькі яны ніяк там на яго, ну, тое, што ёсць, тое, што я бачу, таму вось для таго, каб ён эфектыўна працаваў, у нас павінна быць павага да гэтых людзей, і гэта залежыць ад іх. Да, сёння ў першую чаргу. Дзякуй вялікі. Наталля, калі ласка, якая ваша пазіцыя, што да гэтага закону, ці сутыкаліся вы, ці вашыя знаёмыя, ці ў вашым асяроддзі людзі з хатнім гвалтам, з гэтай праблемай? Да, есть у меня знакомые, которые с этим сталкивались. Я хочу сказать следующее, что на сегодняшний день, да, нормы размыты по кодексам, и само домашнее насилие, оно отличается от насилия в широком понимании. И, соответственно, для того, чтобы сузить решение этой проблемы, необходимо и не... вот эта вот размытость норм по кодексам, как я сказала, необходим закон, направленный именно на решение вопросов насилия в семье, в доме. Да. Ну і вельмі такое вострае пытанне, якое таксама дыскутуецца. Ганна Канапацкая ўжо згадала пра праблему абортаў. Як вы ставіцеся да спробаў забараніць і абмежаваць аборты ў Беларусі? Наталля, калі ласка, адкажыце. Вы знаете, что это все-таки, конечно, достаточно такой сложный вопрос с разных точек зрения, да, и верой, и социальной, и так далее. Но, скажем так, вот, если мы запрещаем аборты, да, то мы либо судим, либо осуждаем женщину, насколько мы имеем право это делать. Поэтому мое мнение, что необходимо проводить работу в этом направлении, да, чтобы исключать вообще желание сделать аборты, но запрещать их нельзя. Дякую вялікі. Ганна, калі ласка, якая ваша пазіцыя? Але перш давайте, чым вы адкажаце, прадстаўце, калі ласка, свайго сабачку. Да, вот бакена, так, все-таки два дня мяне не было дома, вот она прям, вот. Да, якая прыгожая. Да. Баги, пожалуйста, она сейчас тут, мы пододвинемся. Вы знаете, что я скажу, что мы не можем действительно ограничивать выбор женщины, но как глава государства надо сделать все для того, чтобы этот выбор женщины был оставить ребенка. То есть мы должны создать все условия для того, чтобы женщина, пусть даже она одинокая, пусть даже она с маленьким ребенком на руках, чтобы она могла себе позволить родить этого ребенка, содержать этого ребенка, дать ему достаточное хорошее образование, достаточно высокий уровень качества жизни, чтобы у нее была квартира,
чтобы у нее эта квартира не находилась вот в крупном мегаполисе среди, среди кирпичных джунглей, да, чтобы она не стояла 3 года в очереди в садик, в школу, чтобы, чтобы государство обеспечило и создало условия для того, чтобы женщина в Беларуси могла и хотела рожать, вне зависимости от того, одна она или с кем-то. Ну и, в принципе, вы же знаете, что я выступаю за альтернативные семьи, потому что действительно всегда, причем всегда бывает возможность того, что взрослые люди должны поддерживать друг друга. Ольга Калиласка, ваша позиция. А, да, на самом деле, у меня позиция, конечно, такая, что особисто я, конечно, ставлюся до аборта вельми адмоуна, але як политик я разумею всю ситуацию, якая есть вокруг этой сферы, и, конечно же, роблю все для того, как аборт у Беларуси не был нормой. Разумеется, тут разные подходы. Забарона — это один шлях, а коли аборт — это нормальная з'ява, это інший. И держава повинна зробить все для того, как он не транслявался как нормальная операция, как нормальное выйти из ситуации. И держава тут повинна прикласти максимум намаганий и при поддержке семьи, и при тем, как все ж таки мужчины так само разумели свою отказность перед женщиной. Бо разумеете, детенок у любом возрасте это в первую чергу клопоты женщины, да, у Беларуси оказываются, да, ну так есть, на жаль. И, конечно же, тут треба оборонить женщину и представить ей вот такую ахову. И, ведаете, я вам скажу, что годы, напевно, может быть, еще 4 тому, у Беларуси не было навод консультования перед абортного. Я памятаю, как моя сябровка пришла в лекарню робить аборт, и ее кажут, что давайте там пашпорт. Она кажет, ну, типа, я забыла его дома. А, ну нічога там, да, ці, хтось ці запитує, я кажу, а що тобі ось казали, коли ти прийшла, ці казали тобі про наступстві, а ніхто нічого воль не казав, розумієте, тут є сфера для того, как поклопотиться про женщину. Ці дагэтуль, наприклад, у Беларусі аборти, реклама абортів дозволена, ну я не лічу, що це нормально, коли ти їдеш у метро і бачиш рекламу знижок на аборти, как бы тут є над чим працювати. Тут є, це може бути довга дискусія, да, я хочу пройтися по різних пунктах, как треба... ми мали зараз да. Ще поговорити про інше, ваша позиція зрозуміла. Ну от ми всі маємо службу протоколу президента теперішньої, так, ну ми всі ведемо, як це виглядає, це викликає неоднозначные реакции самых разных людей. А, коли вы займете наивысшую посаду у державе, Вольга, так? Ну, служба протокола, я так разумею, мая быть у любого президента, так? И она будет так выглядеть, как теперь? Как вы ставитесь в уголе, да, вот, ну, экскортом называют, например, это, хотя как бы, никаких доказов, никаких таких вот реальных подтверждений до этого нема. Ну, реальные подтверждения, это малюнки, какие мы бачим, и фотосдымки с этих встреч. Конечно, у першого твару держави, у президента, повинна бути команда професійна, яка його супроводжає у там, міжнародних поїздках. Зрозуміло, що це має бути. Але тут питання професійних якостей тих людей, які тебе супроводжають. Це, звісно, прес-секретар, це, ну, в залежності, звісно, від тої ситуації і зустрічі, у якої дільничає президент. Тому, звісно, це має бути, але не у тим вигляді, у яким це є зараз, коли сапраўды тыя людзі, які цябе суправаджаюць, адбіраюцца па прыгажосці ці там па ўзросту ці па іншых нейкіх якасцях. Іншых людзей мы не бачым на гэтых фотаздымках. Ганна, калі ласка, ну якой службы пратаколу мае быць? Прафесіянальнай. Я здесь действительно буду стоять на тех же принципах, которые я уже озвучивала. Прежде всего, человека должно быть оценка по профессиональным качествам. И мы не должны забывать, что кроме того, что у нас существуют, например, проблемы гендерного неравенства, у нас точно так же существуют проблемы дискриминации по возрасту, да? То есть ничего этого не должно быть. И мы все здесь говорим о том, что это должно быть изменено принципиально и кардинально. Никакой, мы не приемлем никакой дискриминации. И мы должны еще, как я говорю, когда я буду президентом, мы, безусловно, должны обеспечить независимый суд, чтобы любой человек мог обратиться за защитой своих прав в независимый суд и быть уверенным в том, что суд рассмотрит его заявление на основании закона в соответствии с Конституцией и принципами права. Вот это очень важно. Да, я согласна с Ольгой, что
многие, даже женщины, не знают о своих правах, или как раз-таки они ущемлены в своих правах именно потому, что они не могут найти защиту у государства, потому что государство не выполнило свои обязательства и не создало условия для того, чтобы женщина родила, для того, чтобы женщина смогла защитить свои права, для того, чтобы она получала зарплату наравне с мужчиной и т.д. и т.п. Конечно, мы сейчас все вот здесь собрались именно потому, что нас образили высказывания президента. Но точно так же мы должны помнить, что в Беларуси существуют и другие виды дискриминации по другим признакам. И это тоже недопустимо в Беларуси. Еще раз повторю, что Беларусь должна быть европейской страной не только географически, но и политически, экономически, и культурно. Вот это моя цель. Дякую великі, Наталя, ви вже почали казати так само про дискримінацію, дискримінацію поводле узросту, ну вот так, такого кшталту служба протоколу, коли тільки певного росту пригожі молоді жінки можуть там бути, і потім вони йдуть на повищення, на вельми високі посади. Ну, ти лічите ви це нормальним? Якою повинна бути служба протоколу? Анна, якщо чесно, я навіть не задумувалась над цим питанням, тому що я прийшла немножко із іншої отраслі, да, із отраслі грузоперевозок, і, скажімо так, я вже там опережу немножко. Да, не совсем мое волеизъявление, это было, я, конечно, оказалась готова к предложению нашей ассоциации, и я это к чему сейчас говорю, и этими вопросами я вот, ну, правда сказать, я никогда не задавалась, но я соглашусь с собеседницами, что служба протокола, она должна быть профессиональной и работать на имидж страны, собственно говоря, я обещаю, я над этим подумаю, пока у меня нет оценки того, что вы предложили в этом вопросе. А вы сказали, это не совсем ваша воля выявления на самом початку, а теперь? Я оказалась готова, и пока мы вместе идем, мы идем командой. То есть, как бы, я не одна иду, у меня есть команда, которая вместе со мной шагает шаг за шагом. Поэтому оно и остается таким. Но дальше у вас, наверное, будет вопрос. Скорее, да, волеизъявление, не совсем мое волеизъявление, скорее такой альтруизм, да, вот в чистом виде это было вот решением, да. Ага, скажите, ну вот вы, напевно, ведаете и цікавитесь разными женщинами-лидерками в свете, Наталья. Вот какая женщина-лидерка наибольше для вас является прикладом, вот на кого вы хотели ориентироваться? С тех, что теперь во владе, и с тех, что ранее были? Понимаете, в связи с тем, что наша цель участия в выборах немножко другая, и если честно, вот я сейчас уже затрону, скажем так, может быть, немножко политический вопрос, я не думаю, что моя кандидатура победит кандидатуру номер один, это совершенно такое вот мое мнение, вот, и не по гендерному признаку, совершенно по другим причинам, поэтому я на себя вот не примеряла президентство и, естественно, не выбирала никакие примеры, да, и образы. Однозначно вызывает уважение женщины с очень крепким и сильным духом, которые прошли сложный, неоднозначный путь, возглавили какие-то непростые страны. Ну, к примеру, да, Дилма Русеф, да, Бразилия, или Элма Джонс Сирлиф, президент Либерии. Ну, вообще сложный путь и сложные решения у нее были. Соответственно, перечень может и мать Тереза, и принцесса Диана, и Елизавета II, и Маргарет Тэтчер. То есть сильные духом женщины, которые смогли в достаточно сложных и временах, эпохах, и в достаточно сложных, скажем так, каких-то политических моментах выстоять, не упасть духом, хотя некоторых, да, пытались и сломать, и добиться достаточно больших высот. Вот это вызывает уважение. А, Ганна, калі ласка, на каго вы арыентуецеся, чый досвід жанчыны, якой лідаркі мог бы прыдацца вот у беларускім досведзе? Вы знаете, я і здесь не адступлю ад сваіх прынцыпаў гендэрнага равенства. Я как раз таки, как, опять же таки, возвращаюсь к тому, что я оцениваю политику по их поступкам, и я знаю, что сделал, например, Уинстон Черчилль, да, то есть для меня это тоже лидер политический, на которого бы я равняюсь, и Маргарет Тэтчер, которая на своих женских плечах, но сильных, тоже второй раз вывела Великобританию из кризиса. И, конечно, я восхищаюсь и мужчиной в политике, и женщиной в политике, если это профессионал. То есть и Черчилль, и Тэтчер. И, конечно, если мы возвращаемся, например, к белорусской истории, то меня восхищает деятельность Ефросинии Полоцкой, которая
те непростые времена как раз-таки смогла стать, создать вот эту белорусскую скарбницу культуры. Вот это тоже большого стоит, потому что она тоже была там в какой-то степени реформаторкой, революционеркой для своего времени. А нам сегодня, наверное, с высоты нашего развития цивилизационного кажется, что что такое там, создать библиотеку, построить, ну, монастырь. А это ведь тоже было революционное такое действие. Ну так, ми маємо і президентку, яна, звісно, не має тих повномоцтв, як внутрі країни, але старшиня Ради ПНР Івонка Сурвіла, це от, ну, так само приклад морального політика, який, ну, знаходиться за межами Білорусі. Ольга, хто? Да, ну вони всі професіонали, от вони всі професіонали, і жінки-професіонали, і мужчини-професіонали. І якби в Білорусі точно так же оцінювались би люди, по профессиональным качествам, поверьте, намного меньше было бы проблем. Ольга? Ну, я долго не буду отказывать на это питание. Конечно, когда сказать про сучасную политику мировую, например, конечно, мне близко по поглядах Ангела Меркель, або ее досвід, и вот навіть опошние ее подходы при боротьбе с ковидом показали, насколько женщина может быть эффективной при вот таких складанных ситуациях, у отрозненных Александра Лукашенко, який, на мой погляд, показал просто свою слабость перед такой проблемой. И с мировых, конечно, еще мне натхняет Аун Сан Су Чжи с Мьянмы, якая так само змагалась и за правы человека, и за свою Украину, досить широ и мощно. Вот, напомню, вот два приклада могу привести. От всі ви три претендентки на кандидатку на президента, і ви всі, от, наприклад, Наталя, яна замужем, у її двоє дітей, Ганна в розводі, так, Ольга ще не була замужем, ви всі, ну, являєте різну форму, ну, абсолютно нормальну, і от і Ганна казала про те, що мусить бути різна форма сім'ї у Білорусі, а ті... Повинна быть, потребна быть. Бо сім'я – це вже якби не традиційне таке, що мама, тата і все, а якби сім'я може бути різна. Ганна, нет. Я сказала за альтернативні сім'ї. Це крышечку інше. Тому що ми сьогодні бачимо, що шмат людей, які не довіряють государству, наприклад, заключають шлюб тільки в церкві. І держава повинна це поважати, повинна так само гетим сім'ї давати теж гарантії. Але гэта традыцыйныя шлюбы між Я в адзін выпадку пыталася не пра традыцыйныя і не традыцыйныя, а як вы думаеце, вот у вашай выбарчай кампаніі тое, што Ольга, напрыклад, не замужам, а вы ў разводзе, это вам дапаможа ці перашкодзіць, это не мае значэння, Ольга? Гэта не павінна мець значэння ні для каго, бо ў першую чаргу мы разглядаем чалавека. І я не павінна адпавядаць чымсьці там, не ведаю, стереотипним меркуванням, там, це моє особисте життя, і ведаєте, сім'я для мене коштовність, але казати про те, що вона у когось повинна бути, нав'язувати своє меркування, я лічу немогчимому демократичному громадстві, ось і все. На вам на вот в этих пикетах по сбору подписей задают питания про семью? Не, Николе не задавали. Да, да, и вам, и вам и Ганне. Я не почула, что Ганна вернулась. На самой справе я, мне кажется, задаюсь уже не раз отказывала на то питание, что я не одинокая женщина, и это вельми добро. А вы будете представлять свое... Так. А вы будете представлять своего сябра, партнера? Ну, это залежит не только от меня. Наталья, как вы лишите, как могут быть размеркованные обовязки у семьи? Есть там мужчинские, женские обовязки? Вот вы бизнесом с мужем разом занимаетесь, да? У вас же полноровные там обовязки. 24/7, как вот говорят, 24/7. По любви. Или знаете, как при коммунизме. Каждому, как у нас там было, от каждого по способностям, каждому по возможностям, да? Или по потребностям. То есть это должно быть любовь в семье. Ганна, вот я звернула увагу на, что вы вельми продуманно подходите до своего стилю, до того, как вы опранаетесь, и когда были депутаткой, и теперь участие в выборшей кампании, так это навод к пину некоторых выкликало, когда починали мерить помер вашего абцасу. Насколько это важно для вас? Насколько это важная частка имиджа? Внешний выгляд? Так. Не намного больше, чем профессионалист. Просто любая уважающая себя женщина и мужчина, то есть это все зависит от человека. Мы всегда хотим хорошо выглядеть, мы хотим
показывать свою успешность, свои возможности, в том числе через внешний вид. Но мой внешний вид как раз-таки обусловлен прежде всего комфортом. И если мне удобно и комфортно, значит, вы видите это и тоже ощущаете. Поэтому только внутреннее состояние комфорта, только состояние удобства обеспечивает мне тот или иной наряд. Ольга, я бачу, вот ваш имидж так само вельми продуманы, вы любите червоный колер, но это я уже несколько годов зауважаю, белый колер вельми пригожи ваш был. Так, вот потому что белый колер – это чистыня, и белорусы, да, знаете, существует вот такое поверье, что поэтому белая Русь, что мы чистые, да, и чистые ведь тоже разные существуют версии, да, кто-то говорит, что мы чистые, потому что у нас чистые помыслы. Кто-то говорит, что мы чистые, потому что там до нас не дошло старомонгольское иго. Я не скрываю того, что я вообще выросла на Полесье. И это вообще такой, знаете, край, с одной стороны, суровых мужчин, а с другой стороны, край сильных женщин. Так, это я вот как раз и в Ольгу то же самое хотела запытаться, насколько продумывая она свой имидж у компании. Я лічу, что политик повинен выглядать, бо ну, он являет собой человека, который... хоча заняць дзяржаўныя пасады, гэта публічныя пасады, таму для мяне гэта заўжды было важна і ў палітычным жыцці, і ў штодзённым. Я люблю стылёва выглядаць, і ў мяне маці працавала швачкай усё жыццё, таму ў мяне ёсць здольнасці, таму тут мне падаецца да жанчыны ці да мужчыны, тут не важна. Кожны з прэтэндэнтаў і палітыкаў павінен мець і выглядаць быць апрануты як палітык. Ну, гэта маё меркаванне. І ведаеце, як, напрыклад, не павінен чалавек успрымацца як калхознік. Вось, прабачце, ну, палітык, як, ну, гэта, мы, ведаеце, я магу і в джынсах пайсці ў краму там, але я кажу пра публічнасць менавіта, да, калі ты публічны палітык, ты павінен выглядаць так, што сказаць, о, слухайце, гэта прэзідэнт Беларусі, паглядзіце. Да, гонар быў ва ўсіх. Гонар быў ва ўсіх, і тут, канешне, зразумела, што прафесійныя якасці важны, але як мы ведаем, людзей успрымаюць і сустракаюць па вопратцы ад пачатку, а потым ужо пачынаюць цябе слухаць, што ты сабой уяўляеш, які ў цябе прафесійныя якасці. Таму гэта важна для палітыка. Наталля, для вас гэта важна? Важно, но не первоочередная задача, да. Еще очень важно помнить, что если мы будем говорить о политике, да, что должно быть удобно, как сказала Анна, и должно быть всегда уместно, да, то есть какие-то моменты, мероприятия, когда нужно соответствовать, и это будет, может быть, не очень стильно, но должно быть именно так. Поэтому, как бы, важно, имидж важен, но вот следование тенденциям моды – это не первоочередная задача, да. Вот упершыню у Беларусі спрабавала стаць кандыдаткай на прэзідэнты Наталя Машэрава, это быў 2001 год, але яна не дайшла да самога выбарчага працэсу. Толькі праз 15 гадоў у Беларусі з'явілася кандыдатка на прэзідэнты Таццяна Караткевіч. Ну вот і на гэтых выбарах ужо 4 кандыдаткі на прэзідэнты, это ёсць прагрэс. І Святлана Ціхановская цяпер няма з намі, я вот працытую яе словы пасля арышту мужа. Яна дала іх не так давно, сёння нават падаецца. Вот яна сказала: "Я не моцная, я больш кахаючая, чым моцная. Мне было страшна ісці, маецца на увазе падаваць дакументы ў цэнтры выбаркам, але я зрабіла гэта для яго. Я вельмі баюся за Сергея, за сябе, за дзяцей. Вот, калі я за Сергея заступілася тым, што падала свае дакументы, я хацела яму неяк дапамагчы, і вось як усё атрымалася. Можа, калі б я тады не зрабіла гэтую памылку, Сергея не ўзялі б. Я не думала, што яго так пачнуць прэсаваць", так сказала Святлана Ціхановская. Ну вот, і я хацела кожную з вас пра вельмі сур'ёзную рэч запытаць, ці вы ацэньваеце і рэальна уявляеце все тыя рызыкі, якія маюць людзі, якія ўваходзяць у выбарчую кампанію, так? Ну вот, сям'я Ціхановскіх гэта прыклад. У вас крыху іншая кампанія. Вот як вы ацэньваеце гэтыя рызыкі, калі ласка, Ганна? Ну, Анна, я давно в политике, и я оппозиционный политик, я никогда этого не скрывала. И вы тоже давно следите за политической деятельностью в Беларуси. Вы знаете, что у нас давно гуляет шутка, что ты не можешь быть настоящим оппозиционным политиком, если ты не сидел. Вот Наталье в этом плане повезло. Она, собственно, по политическому стране не сидела. Мы с Ольгой свое уже... И в финансах, и в сутках тоже можем, как говорится, читаться. Безусловно, я понимаю те риски, но я поэтому и иду на пост
претендую на пост президента, что я хочу, чтобы этих рисков не было. Я хочу, чтобы Беларусь была открытой демократической страной, в которой бы соблюдались все права граждан, и политические, и экономические, и социальные, чтобы вот такого не было, чтобы наша оппозиция не мерилась между собой, там, кто сколько сидел суток, кто сколько заплатил штрафа, чтобы, если я точно уверена, что если я хочу выразить свое политическое заявление и выхожу на одиночный пикет, то меня будет охранять не автозаки, а люди, которые поддерживают мои мысли, мои требования к власти. Ну, вот Валер Цепкало, как подтримать и выказать солидарность за Триманом Тихановским, подписался за ягоную жонку. Как бы вы могли подтримать, например? Еще раз повторяю, что в любом недопустимо противоправные действия в отношении всех претендентов. И неважно, кто это, Иванов, Петров или Сидоров, мужчина это или женщина. Недопустимо силовые действия со стороны структур, которые должны защищать. И мы должны уходить от того, что Беларусь воспринимается как государство карательное. Функция милиции, функция государственной безопасности – это безопасность человека, безопасность гражданина, безопасность страны. Дякую, государство так выполнять репрессивные функции. Милиция должна помогать гражданам, обеспечивать их безопасность. Вольга, як вы оцениваете ваши рызыки и те солидарные вы теперь, те спочуваете вы теперь затриманному потенциальному, керовнику инициативной группы потенциальной кандидатки? Дякую, Ивана, за это питание. Это важное в этой кампании, бо мы ведаем, в какой стране мы живем, и вчера мы все чули выказывания Александра Лукашенко, які особисто мне, я не ведаю, яку сприняли, я думаю, это восприняло все громадство наше, погрожал забойством. І гэта непрымальна, гэта просто непрымальна, і таму менавіта я ў палітыцы, ведаеце, таму што чалавек мае права выказаць сваё меркаванне, альтэрнатыўнае яно, ці яно супадае з дзяржаўным, неважна, і то, што зараз робіць улады, гэта ганебна, яна паказвае першу чаргу сваю слабасць, і я вам скажу, што я была ў нядзелю на пікеце ў Магілёве, і з прэтэндэнтаў я была там адна, і была каманда Светланы Ціхановскай, яка збірала подпісы. И я допомагала им отбивать их от участковой комиссии. Там мои сябры команды так само допомагали им. Я не лічу, что зараз, ведаете, есть поле для великой конкуренции помеж кандидатами. Бо сегодня, сапраўды, у нас есть один человек, який утримливает владу, и замест якого, коли прийде интеллектуальный и разумный человек, Беларусь будет зусім іншой. І жанчына гэта ці мужчына, гэта не важна. Важна зараз выказваць адзін аднаму падтрымку і не аказваць з боку дзесьці, да, назіраць за гэтай сітуацыяй. Таму дзякую, дзякую вялікі, Вольга, дзякую вялікі. І Наталя, вам слова на падсумаванне, як вы ацэньваеце сваю рызыку? Вы знаете, что я вот, как Анна и Ольга, я не была столько в политике, я молодой политик, может быть, вообще еще не политик, и поэтому я сложно представляю риски, честно вам скажу, сложно. Что касается Светланы Тихановской, то я хочу сказать, что вот у меня отозвалось, да, отозвалось ее слова о любимом, да, о любимом, о боли, которого ее сердце, это отозвалось, конечно же. Вот любая женщина, якая разумеет проблемы, якія возникают при керовании домом, может зразуметь проблемы, якія возникают при керовании краиной, так сказала Маргарет Тэтчер. Это были только женщины, я, Ганна Соус, и претендентки на президента Вольга Ковалькова, Ганна Конопатская и Наталья Кисель. Дякую вам велике, сегодня мы говорили про то, что женщина в Беларуси может стать президенткой. И будет. И будет. Спасибо вам, Анна, спасибо. Конституция спасибо. У вас для всех. Да, спасибо. Дякую всем. Дякую вам, великим. Дякую всем.